Аройо. И вот, пожалуйста, Америка совершает первый опасный выпад, но из положения вне игры наносит удар Дарвин Кинтеро у клуба «Америка». И, в общем, если брать именно тонус игровой, да, и какую-то сыгранность, опасный момент и гол! Морган! А передачу ему отдал Хуан Мата. Ну, удар-то, конечно, неказистым получился. И, по-моему, из-под Гуэмеса, опорного полузащитника, Шнайдерлен нанес этот всесокрушающий удар. Ну, я думаю, что с учетом открытого счета ваш... Жестковато сыграли против Самудио, Дейли Бринт. Опасно! И, пожалуйста, едва сейчас Америка. Вполне, кстати, могла. Но промахнулись все игроки мимо мяча. Да, вот Агилар как раз. Ну, а нам же лучше посмотрим на всех. Отличный пас на Руни. Удар под левое. Молодец сейчас Уэйн. Как из прощи этот мяч. А это Мемфис, между прочим. Касание оформил. Гуэмес. Хороший перевод с левой. Дармиан ошибается. Самудио! Мне кажется, что не до конца дорабатывают футболисты манкунианцев в центре. И пятятся постоянно опорники, поэтому дают свободу. Из 10-й, два центральных полузащитника. Аройо 11-й, Кинтеро 31-й, два форварда. Что делает Перейра? И едва не забивает сейчас бразилец. Очень да. Ничего страшного. И вот опасный момент сейчас у ворот Америки. Давненько мы таких не видели. Неаккуратно играет Смолин. Марин. Опасно, штанга! После удара Лехрике совсем недавно Андер Эррера едва не подобрался к цели. А вот теперь, пожалуйста, Марин. Очень хорошая передача. Из-под Эванса пробил Алехандро Диас. Хотя, с другой стороны, чего ему тушеваться? Он чемпион мира, как-никак. Тем более в такой юной компании. Янузай. Янузай под левую, удар по воротам тащит этот мяч Гонсалес. А добивание будет. Прострел и Уилсон. Куда же Уилсон?